Политический блок «Победа» организовал сегодня, 9 мая, марши памяти героев, павших в борьбе с нацизмом. Они прошли в ряде городов страны, в том числе в Аргееве, Тараклии, Бельцах, Камрате и в Кишиневе. Участие в маршах приняли тысячи граждан. В молдавской столице депутаты, а также рядовые граждане, участвующие в демонстрации после возложения цветов к памятнику Штефану Челмари, направились маршем под музыку в исполнении духового оркестра в сторону мемориального комплекса «Вечность». Одетые в праздничные наряды и с портретами своих близких, отдавших жизни на поле боя, люди скандировали лозунги. Прибыв к мемориальному комплексу «Вечность», представители политического блока «Победа», а также независимые депутаты вместе с пришедшими людьми возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать». Там же объявили минуту молчания. 9 мая – День Победы. И это единственный день в году, когда мы можем публично сказать спасибо нашим бабушкам и дедушкам, нашим предкам. Сколько себя помню, каждый раз на 9 мая я ходила в школу с большим букетом цветов и читала стихи, пела и благодарила своих бабушек и дедушек за мирное небо. Властям больше нравятся марши иного типа, например, ЛГБТ-марши. Они не ценят то, что было когда-то и для чего, и благодаря кому мы живем на этой земле. Им нравятся другие марши. Память о 9 мая должна сохраниться всегда в поколениях людей. Миллионы, десятки людей умерших, сотни миллионов пострадавших. Память об этой войне – это залог того, что неофашизм никогда не поднимет голову. Я бы не хотел верить в то, что они разделяют те идеи, которые были похоронены, надеюсь, навсегда 9 мая. В очередь дань памяти погибших. У нас все-таки почти 30 миллионов людей погибло со всего Союза. Это не только русские, это были молдаване, казаки, грузины. Поэтому память, история, история, в первую очередь история. Дед мой воевал, отец не успел повоевать, родился в 39-м году. История страны. Страна, которая не имеет истории, она не имеет будущего. У меня отец воевал, он 17-го года, он до Берлина дошел. И почему я должна не чтить память своего отца? Сепаратистами называют. Еще тут Георгиевская лента. Я говорю, если подойду с камерой, я им скажу, сделайте мне другой портрет. Я лет 8 назад его сделала, а сейчас я за свою пенсию не могу сделать. 9 мая отмечают и в Аргееве. С утра представители местных властей организовали марш памяти тех, кто погиб в кровопролитных боях Великой Отечественной войны. В мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие ветераны и рядовые граждане, а также бывший мэр Аргеева Павел Вережану. С букетами цветов в руках колонна людей направилась к памятнику павшим героям. Их память почтили минутой молчания. Во время праздничной церемонии официальные лица говорили слова благодарности и призывали к миру. Они поблагодарили ветеранов за патриотизм и мужество. Сегодня мы поздравляем и вспоминаем героев, павших, сражавшихся и погибших в Великой Отечественной войне за защиту Родины, чтобы сегодня мы могли жить в мире на земле. Подобные трагедии в истории делают нас более осторожными, более терпимыми. И в то же время, чтобы не позволять тем, кто хочет над нами посмеяться и отобрать нашу свободу, поступать так, как они. Эти фонарики или свечи – это огонь победы. Мы получили его сегодня утром благодаря Илону Шору из Российской Федерации с Кремлевской площади. Мы очень гордимся тем, что получили этот огонь и можем почтить память героев, которые боролись за мир на земле. На сцене, установленной возле памятника павшим воинам, была организована художественная программа. В воздух были выпущены голуби, как символ мира. 3, 2, 1. Да будет мир на земле. Чтобы не было войны, чтобы было только здоровье.
И в Тараклии прошел митинг, посвященный 79-й годовщине Великой Победы. Почтить память павших на поле боя воинов собрались сотни жителей и гостей города. Программа мероприятий началась с формирования колонны, в которой были представители разных поколений. Под звуки военной музыки участники возложили цветы к памятнику солдатам-освободителям. Сегодня в Тараклию приехали и Кагул, и Кантемир, и все населенные пункты Тараклийского района. Для нас это действительно почетно. И самое главное, мы понимаем, что память, она жива, что мы не забываем. Кто-то сказал, что в тот день, когда мы забудем об этой войне, начнется новое. Сегодня, когда недобитые фашисты пытаются переписать историю и приписать эту великую победу кому угодно, но только не советскому народу, мы, именно мы с вами, должны передавать из поколения в поколение, что происходило. Для того, чтобы не забыть, и для того, чтобы не было новой войны. Праздничное шествие было организовано и в Камрате. С гвоздиками в руках и знаменем победы участники направились к памятнику героям, павшим в Великой Отечественной войне. Во главе колонны были председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, независимый депутат Регина Апостолова и другие официальные лица региона. В Бельцах политический блок «Победа» организовал грандиозное шествие, посвященное 9 мая и павшим героям Великой Отечественной войны. В демонстрациях приняли участие десятки жителей Бельц, которые прошли маршем по улицам города. Они возложили цветы к памятникам героям, сражавшимся за мир. Молдовы с гражданами-победителями в этой войне, Великой Отечественной войне, отмечаем День Победы. Отмечаем День Победы вместе с народом, видите, которое бы людей собралось просто по призыву. Это второй марш уже в Бельце, потому что первый был у нас утром. Все идут показать, что они помнят. Помнят подвиги своих предков, своих прадедов. Показать, что мы помним Великую Победу и гордимся ей. Почтить память тех, кто отдал свои жизни за великую победу в войне с фашистами. Мы сегодня живем благодаря их подвигу, тех, кто пожертвовал всем, чтобы мы, их родственники, дети и внуки могли достойно жить. Кульминацией праздника станет грандиозный концерт и красочный фейерверк. Лидер политического блока «Победа» Илан Шор и представители этого формирования, независимый депутат парламента Молдовы Марина Таубер, а также башкан Гагаузии Евгения Гуцул, присутствовали на военном параде в Москве, традиционно проводимом в День Победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. Для меня большая честь представлять Гагаузию и всю Молдову на этом событии. Я благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за приглашение участвовать в праздничных мероприятиях. Это высокий знак дружбы и доверия между нашими народами. Мы вместе ковали великую победу, и сегодня мы снова рядом, потому что это часть нашей общей истории. Нашу многовековую дружбу никому не сломать. Представители политического блока «Победа» взяли частичку вечного огня на мемориале неизвестному солдату у Кремлевской стены в Москве для того, чтобы доставить ее в Молдову. Частичка вечного огня вылетает сейчас на родину нашу Молдову и будет передана всем ответственным, кто проводит марши победы в нашей стране. В канун Дня Победы представители блока «Победа» возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Москве.
Отметим, на всех трех представителях политического блока «Победа» были георгиевские ленты, запрещенные в Молдове. Ранее независимый депутат Денис Уланов заявил, что блок «Победа» готов оказать юридическую поддержку каждому, кто будет привлечен к ответственности за этот знак. Добавим, в Молдове рассматривают возможность возбудить уголовные дела о госизмене против политиков за поездки в Москву. С 79-летием Великой Победы молдавских граждан поздравили партии, политики и политические эксперты. Сегодня мы вспоминаем беззаветный подвиг советских солдат-освободителей. Этот славный день по праву принадлежит труженикам тыла, узникам концлагерей и детям войны, говорится в поздравительном послании партии Ренаштере «Возрождение». И отмечается, мы обязаны помнить, какую цену заплатил наш народ за мирное небо, свободу и независимость. Пусть священная память о Великой Победе вдохновляет наши сердца и ведет вперед к новым подвигам, успехам и достижениям. Илан Шор в своем телеграм-канале написал, что День Победы для него и его семьи, как и для многих молдаван, это не страница в учебнике истории и уж точно не повод для политических манипуляций. Это священный день, день памяти, скорби, безусловной гордости и благодарности. Его дед по отцовской линии Сендер Шор прошел всю войну, а дед по материнской линии Исаак Зильберт дошел до Берлина. Двоюродный дед работал военным корреспондентом и погиб на войне, а прабабушки и прадедушки погибли в концлагерях. Мы помним, что именно Красная Армия освободила Европу от ужасов фашизма и какую страшную цену она за это заплатила. Мы помним более полумиллиона граждан Советской Молдовы, не вернувшихся домой. Мы не можем позволить себе забыть их жертву. Помнить о своих корнях, о своей истории значит уважать себя, написал Илан Шор в соцсетях. О том, что без этой победы не было бы и сегодняшней Европы, куда мы так стремимся попасть, заявил лидер либерально-демократической партии Владимир Филат. Но и с Арбатурем, шизева Виктория, шизева Европе. Мы праздновали и День Победы, и День Европы, потому что без Дня Победы не может быть Дня Европы. Я считаю, что навязыванием ничего не добьешься. Настоящий лидер ведет за собой, убеждает, не навязывает и не угнетает. А то, что происходит в последнее время, это навязывание. Если вы не хотите, мы решим, и вы будете делать так, как решим мы. Мой дед воевал, и вместе с ним мы много раз отмечали этот день. На своей странице в Фейсбуке бывший премьер-министр Ион Кику написал: 79 лет назад завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Ценой десятков миллионов человеческих жизней был побежден бесчеловечный режим, убивавший людей только за то, что они были другими, другой национальности, религии или политической ориентации. Ион Кику поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой. «Мы преклоняемся перед вами за то, что вы принесли мир во всем мире и дали нам возможность жить свободно и достойно», отметил бывший премьер. О том, что День Победы для него особый праздник, рассказал и политолог Ян Лисневский. Его родственники среди тех, кто погиб в Волынской резне 1943 года. Его двоюродный дед погиб в 1944 году в разведке в Латвии, а родной дед дошел до Берлина. Для него 9 мая был Днем Победы над безысходностью, днем, когда каждый защищенный им человек стал символом надежды, о которой мы стали забывать. Сохраняя светлую память, дед никогда не искал виноватых в национальностях, понимая, что нацизм не имеет национальностей, а лишь использует их для разжигания ненависти. Вместо обвинения он выбрал уважение к каждому, кто разделял его утрату и стремление к миру. Как жаль, что сегодня мы порой забываем о той человечности, за которую боролись наши предки, написал Ян Лисневский в своем телеграм-канале. Председатель партии «Шанс» Алексей Лунгу отметил, что для всех нас 9 мая – это великий праздник, близкий каждой семье. «Сегодня мы вспоминаем ушедших героев и низко кланяемся нашим ветеранам. Мы в неоплатном долгу перед этими мужественными и отважными людьми. Они прошли через страшные испытания, преодолели огонь и смерть, спасли человечество от фашизма. Хранить память о великом подвиге – наш священный долг. Мы не позволим переписать историю. Мы сбережем память о тех, кто не щадил
сил себя ради победы. Отстоим их честь и славу, подчеркнул Алексей Лунгу. А экс-президент Игорь Дадон написал в соцсетях, что молдавский народ не проигравший, а победитель в Великой Отечественной войне. Потому что наши прадеды, деды и отцы плечом к плечу с другими народами Советского Союза защитили свою общую родину и освободили мир от фашизма. Помнить об их подвиге и передавать эту память новым поколениям – наш священный долг, отметил Игорь Дадон, добавив, что 9 мая – это великая дата для подавляющего большинства граждан Республики Молдова. Партия действий «Солидарность» является идеальным воплощением президента Майи Санду, и влияние главы государства можно обнаружить вплоть до последнего чиновника этой партии. Об этом заявил бывший премьер-министр Влад Филат в эфире телеканала N4. По его словам, президент считает, что все, что делает ПДС, правильно и не так важно, что написано в законе. Не имеет значения, что возможность не может заменить законность, что определенное личное отношение к определенным людям или к определенным процессам не имеет значения, что все должно происходить иначе, чем вы думаете, и так далее. Человек, который с тех пор пришла во власть, делит людей на хороших, на плохих, на наших. Сейчас перед выборами она мелькает среди детей. Слишком много детей, как мне кажется, вокруг нее. Она потеряла кадруца, появилась церковь, митинги с митрополитами. По словам Филата, Майя Санду, когда она была министром просвещения, отменила распоряжение о введении религии в школе как факультативного предмета, что вызвало враждебность между ними. Это распоряжение много обсуждалось в митрополии и было подписано покойным министром просвещения Леонидом Бужором. Она его, не уведомив меня, отменила и снова ввела в действие, потому что альтернативой было либо утвердить, либо уйти. На самом деле это ее подход к религии. Закрытие гимназии при монастыре Марты и Марии – довольно острый конфликт, и там было несколько аспектов. Влад Филат также высказался о референдуме о вступлении Молдовы в Евросоюз, который пройдет в один день с президентскими выборами. Понятно, что этот референдум не более чем электоральный инструмент Майи Санду, чтобы получить новый мандат и иметь предвыборную тему. Мы не говорим о серьезных проблемах, которые у нас в экономике, социальных проблемах, обо всем, что происходит в образовании и здравоохранении. Мы говорим о референдуме. Нам приходят сообщения. Не забудьте на Пасху поговорить о референдуме с семьей. Что касается президентских выборов, Филат утверждает, что если Майя Санду пойдет на второй срок, это будет худшим решением для нее и для народа. Их мировоззрение и способность управлять вызывают большую печаль. Для нее это был бы трагический конец, но перед нами она будет продолжать упорствовать в своей глупости. Все, что происходит в Республике Молдова вот уже почти 4 года, является глупостью. Управление — это не лозунги. Лозунги — это избирательные кампании. Управление — это сложный процесс, в котором есть некоторые компоненты, и если они отсутствуют, то все оно не работает. Прежде всего, компетентность. Если в правительстве есть некомпетентные люди, вы можете целовать Байдена каждый день, но это не поможет. У вас должно быть видение, способность планировать и соблюдать это планирование. Майя Санду пока не отреагировала на заявление Филата. Наш телеканал не получил ответа на направленный запрос о комментарии. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас сообщила нам, что не комментирует слова экс-премьера. Ваша официальная зарплата 850 евро. Уже второй день социальные сети гудят, обсуждая двухчасовое интервью президента Майи Санду российскому блогеру Юрию Дудю. И многие комментарии явно не в пользу главы государства. Экс-премьер Ион Кику написал в социальных сетях, что это, видимо, было первое интервью молдавского президента, где вопросы ей не сообщили заранее. «Молодец, Майя!» – сарказмом написал он в социальных сетях. Выпускающий редактор портала ZOMD Николай Федерюк в своем посте отметил, что звездой этого интервью была не Майя Санду, а блогер Юрий Дудь. На самом деле в интервью для Дудя не Майя Санду вызвала такой большой интерес, а сам Дудь. Людям было интересно посмотреть, что он спрашивает, как он спрашивает, увидеть выражение его лица, когда он слушает ответ. Майя Санду уже давно не интересна. Те же бессмысленные, ничего не значащие слова, то же плоское и скучное мышление, та же заикающаяся ложь,
которую мы знаем наизусть. А вот наблюдать за реакцией Дудя было на самом деле интересно просто потому, что он не находится в нашей ситуации. То есть его не принимают ежедневно за дурака, и его реакции были гораздо красочнее и разнообразнее. Короче говоря, главным героем этого интервью был Юрий Дудь, а не Майя Санду. Отсюда и повышенный интерес к нему, считает Николай Федерюк. Политолог Валерий Остолеп считает, что если кто-то когда-то и проводил операции по дискредитации Майи Санду, то это было лучшее из них. По его мнению, те, кто посоветовал президенту организовать это интервью, оказали ей медвежью услугу. Такого парада беспрерывного лицемерия давно не было, написал он в своем телеграм-канале. «Если ты против Путина, почему поступаешь так же, как Путин? В этом заключается вся суть интервью Дудь-Санду», считает журналист и политический комментатор Валерий Реницы. После того, как их разнес Венедиктов, не получилось и со вторым российским журналистом, настроенным против Путина. Дудь несколько раз настаивал на том, что все, что творит режим Санду, не может быть оправдано, поскольку совершается без элементарного судебного процесса, пусть даже и постановочного, написал Реницы в Фейсбуке. Экс-башкан Гагаузии Ирина Влах назвала двухчасовое интервью Майи Санду Юрию Дудю предвыборным хайпом действующего президента. Майя Санду дала интервью Юрию Дудю. Почему именно сейчас? 4 года она плевала на интересы своих избирателей. А сегодня она думает, что все все забудут. Перед выборами можно давать интервью кому угодно. Это все равно не поможет. Упоительные истории о хороших временах уже никому не интересны. А вот бывшего министра экономики Александра Муравского после просмотра беседы молдавского президента и российского блогера потянуло на поэзию. «Майя пела и дудела, только вот старалась зря. Дудь уловкам не поддался. Ох, крепка рука Кремля», написал он на своей странице в Фейсбуке. В свою очередь, ведущую программы «Кутия Нягры» на канале ТВ-8 Мариану Раци возмутил повышенный интерес аудитории к интервьюеру Юрию Дудю, ведь молдавские ведущие ничуть не хуже. Почему спустя 30 лет после обретения независимости мы по-прежнему больше любим русских артистов? Фильмы из Москвы, а их интеллектуальные элиты для нас по-прежнему важнее, чем местные элиты. Сегодня, после интервью президента в интернет-шоу «Вдудь», я поняла, как нас воротит от всего, что у нас есть. Мы воротим нос от местных журналистов, которые не умеют задавать смелые вопросы. Интересно, сколько критиков вообще читают или смотрят то, что производится в Молдове? Может, я и грубовато, но признаюсь, мне сегодня было обидно. В сегодняшнем интервью я не увидела ни одного важного вопроса, который бы не был задан молдавскими журналистами, написала в Фейсбуке Мариана Раце. А вот главного редактора издания «Зиарул Национал» Раису Лозински возмутило то, в каком виде пришел Юрий Дудь на интервью с молдавским президентом и как он вел себя во время беседы. А этот Дудь позволил бы себе сидеть, скрестив ноги в кедах и клетчатой рубашке перед их Путиным, написала она в социальных сетях. Двухчасовое интервью с президентом Республики Молдова Майей Санду было размещено на YouTube-канале российского блогера Юрия Дудя 7 мая. Собеседники обсудили войну на Украине и ситуацию в Приднестровье, уровень коррупции в Молдове, взаимоотношения с Гагаузией, а также цензуру в стране, наличие которой глава государства категорически отрицает, несмотря на закрытие 13 телевизионных каналов и целого ряда информационных порталов. Взяв интервью у Майи Санду, Юрий Дудь впервые выступил в роли политического репортера. За это общение. Спасибо. После того, как 7 мая ряд телеграм-каналов опубликовали сообщение о том, что еще несколько телеканалов и радиостанций рискуют остаться без лицензии на вещание, с разъяснениями по этому поводу выступил представитель правительства Даниил Воды. Он заявил, что это фейки, что у этих СМИ лишь запросили дополнительную информацию о том, кто является фактическими бенефициарами инвестиций. Правительство уточняет, что в случае с 8 СМИ Совет распорядился запросить дополнительную информацию, то есть представленная информация не была полной, поэтому комиссия запросила дополнительную информацию. Действительно, в протоколе упоминается, что в некоторых случаях также был отправлен запрос в прокуратуру по борьбе с коррупцией, которая должна поделиться информацией о проведенных расследованиях. Репортер нашего телеканала спросила, когда состоится заседание Совета по инвестициям и может ли быть приостановлено действие лицензии соответствующих СМИ в случае выявления нарушений или сомнений, связанных с источниками финансирования.
Цель Совета по стратегическим инвестициям не констатация для отзыва и лицензии, цель проведения проверки. Совет на этом этапе провел декабрьское заседание, сделал выводы по результатам этого заседания, после чего заседание было продлено до 26 апреля для рассмотрения остальных документов. Проверку фактических бенефициаров прошли десятки компаний, а это значит, что ни у одного учреждения, входящего в этот совет, не возникло никаких возражений по поводу их деятельности. По упомянутым вами телеканалам или компаниям были заданы некоторые уточняющие вопросы, которые будут решены соответствующими компаниями. Отметим, что в отношении ряда радиостанций и телеканалов Совет по продвижению инвестиционных проектов проводит проверку. В связи с этим Совет запросил у компаний ГРТ, Мега-ТВ, Синема-1, Эксклюзив-ТВ, Н4 и двух радиостанций Ретро-ФМ и ГРТ-ФМ дополнительные документы, в том числе подтверждающие платежи и поступления, превышающие сумму в 10 тысяч леев, перечень поступлений и платежей со счетов резидентов и нерезидентов, включая дату, сумму операции получателя и отправителя за период с января 2022 года по март 2024. Напомним, решением того же Совета по инвестициям в марте этого года была приостановлена лицензия на вещание нашего телеканала. Как заявил Совет, решение принято на основании обоснованных подозрений в причастности фактических бенефициаров компании к деятельности, затрагивающей безопасность государства. И уже после того, как было принято решение о приостановке лицензии, Совет запросил у Пятого канала такой же список документов, подтверждающих каждую транзакцию в сумме свыше 10 тысяч леев. То есть к одним телеканалам такая репрессивная мера не применена, а для Пятого канала санкция была введена только на основании подозрений. И еще до дополнительной проверки. Пятый канал отвергает все обвинения и еще раз подчеркивает, что сотрудники выполняют свою работу правомерно и объективно. Более того, Пятый канал не допустил какого-либо нарушения закона, которое могло бы повлечь за собой такое серьезное наказание, как приостановление действия лицензии. А действия властей являются грубым нарушением демократических норм, таких как свобода слова, редакционная независимость и свобода творчества, гарантированные Конституцией и Кодексом телерадиовещания. При этом отметим, что всего за полтора года по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям были закрыты 13 каналов.